Приветствую. Сегодня заканчиваем обзор замочков с Индонезии, остров Бали. Такой вот цилиндр, белучий, английский профиль, пятипинка. На замочке даже есть регистрационный номер. Возможно, это связано с нюансами либо сервиса, ремонта, либо гарантии какой-то защиты. Тем не менее, защиты от высверливания нет, защиты от перелома нет. Смотрим, насколько замочек устойчив на вскрытие. Устанавливаем натяжок. Открываем против часовой. Такой вот импровизированный инструмент. Проба. И видим вскрыть. Замочек долго не продержался. Чтобы не было вопросов, разберем. Устанавливаем пенодержатель. Снимаем стопорное кольцо. Стопорное кольцо сняли, достаем плаг, сразу достанем, секунда, сразу достанем кей-пины, первый, второй, третий, четвертый. Смотрим на плаг. Такая вот замочная скважина. Плаг облегченный. Чувствуется китайская рука при изготовлении. Кипины. Стандартные цилиндрики. Достанем драйвер пины. Так. Первый цилиндрик, но точных пинов я здесь и не ожидаю, все понятно. Второй. Третий. И пружинки 5 штук. Так. Такой вот корпус. Тут понятно, что никаких изысков не будет. Увеличиваем, видим пятипинку. Такой вот замочек белуч. Понравилось, подписываемся, ставим лайки. Всем удачи, спасибо.